Мощность день где-то разная. Некоторые есть 50-60. Сколько брусчатки? Получается вот это на фундамент вот здесь? А здесь, да. Цемент берем, щепенский берем. Мы раньше закупали сырье с Алматы, получается, через посредников. Это было дорого, поэтому мы сейчас вот с дому деньги брали, напрямую с России, получается, товар закупили. Получается, это на себестоимость тоже снизило, чтобы как подешевле продавать. И закупили котел. Получается, у нас раньше на солярке работало, вот, ну, сейчас в данный момент тоже работает. Вот сейчас на улице стоит котел. Вот газовый котел, это получается, нам этот облегчает работу, получается, и этот. Да, удешевляет себестоимость продукции. Здесь два человека. Вот это турецкий, казахстанский и... Ага, возьмёшься? Да, давай.